Уральские летчики сыграли в авиадартс. Правда, вместо дротиков у бомбардировщиков и штурмовиков – бомбы и ракеты. Чтобы победить, экипажи метят в яблочко, стараются попасть по мишеням на земле. Это либо замаскированная боевая техника, либо штаб противника. Задача усложнилась, цели стали вдвое меньше. Их стало больше, и найти свою цель стало гораздо сложнее. Так как летчику необходимо еще сначала определить цели, выбрать свою и только потом нанести по ней удар. В наблюдательности и меткости летчики практикуются не только ради учений. Каждый самолет метит в финал международных армейских игр. На войне как на войне, поэтому, чтобы разбить воображаемого врага, военные используют бомбы, ракеты и осколочно-фугасные боеприпасы. Некоторым участникам впору давать фору коллегам. Новые Су-25 оснащены системой спутниковой навигации и цифровыми дисплеями, на которых отражается наземная и воздушная обстановка. Эти штурмовики базируются в Киргизии. На российском аэродроме. Непривычный ландшафт и погода усложняют летчикам задачу. Готовились, как бы сначала снег был здесь, подстилающая поверхность была одна, и как бы готовились по этим условиям. А сейчас потепление началось, снег начал таять, цели немножко на фоне земли, трудно распознаются.